Ваше впечатление о Кизомба-нашествии? Классный фестиваль, сразу же просто так вот, без всяких разных отклонений куда-то в сторону. Мы здесь первый раз, да, то можно сказать, что напросились, нас позвали, да, решили познакомиться, все очень классно, много-много реально людей, даже люди встают в 10 утра на занятия, абсолютно неожиданно, и дико, конечно, все это дает свою отдачу. Все весело, и погода, как говорится, нас встречает, в принципе, достаточно неплохо. Так что все зашибись, все нравится. Нам подарили даже вот такого талисманчика. Наш, ну, уже знакомый, как бы, знакомый наш друг. Мы встречались в Милане, у него тут на попе вышито Кизомба и ин Томск. Да, так сказать, кот из Томска, это наш второй. Когда-нибудь мы приедем в Томск. Второй кот, у нас кот один живет дома, живой, это будет его игрушка. На самом деле все очень здорово, мне очень мальчики, я вас обожаю, вы приглашаете на тусовках, вы не боитесь, вы приходите на занятия, задаете вопросы, вы встаете в 10 утра, это вообще уникум. И атмосфера очень-очень дружелюбная, и я вообще поражена, что так много людей, которые хотят танцевать кизомбу, именно танцевать, учиться, не только ходить на тусовки, но при этом ходить на мастер-классы, учить новые вещи, потом сразу же их пробовать, и не бояться подходить и спрашивать, и пробовать со мной, и показывать свои... Вы даже бегинеры подходят, не стесняются, приглашают, я в восторге просто. В общем, отлично. Надеемся, что мы вернемся и... Куда-нибудь еще съездим в Россию, потому что нам очень правда понравилось. Спасибо. Надеемся, да, следующий фестиваль. Спасибо, ждем вас еще. Тоже будем здесь. Андрей, Оксана, Рига, Латвия. Мы вас любим.